наше шоу продолжается. Нюансы, как я говорил, везде важны нюансы. Продолжаем, это часть 2, скрутка для поясницы. То, что у нас не получилось, например, да, когда мы клали человека на бочок, спиной к нам, либо спиной к лесу, то можно сделать еще вот такой приемчик. Перевернись, пожалуйста, на спину. Попой в ад, пупком к Богу. Ну, прямо поровнее, давайте поровнее положим. Так, все, поровнее. Теперь, ну, естественно, если у человека есть грыжа, вы ноги поднять не сможете. А тут желательно сделать прямой угол. 90 градусов, расслабься. Вот, прямой угол. И за счет маха, получается, за счет маятника, рычага такого. Вот, ну, видите, раскачиваем и как бы потом бросаем их вниз. Так, резко раз. Поясница скручивается. И в ту сторону. Ну, там я обходить стол не буду. Вот такой вот прием. Мотайте на ус, возьмите себе на заметку. И еще один прием, как бы, ну, если человек такой грузный, тяжелый, да, вы его не сможете, там, ваших сил рук не хватает, то можно провести прием на полу. Давай-ка на пол перейдем. Стол сдвинем вот туда. Другого человека. Да, можно на нем. Да. Явите нам грузовое. Сергей. Вот, ложись тоже лицом туда. На бочок. Давай, да, спиной ко мне. Да, ногу вот так ставим. Руку вот ту из-под себя вытаскивай. И мне давай руку. Там видно? Да. Сейчас. Давай, может, камеру чуть пониже опустить. Пониже камеру просто. А, немножко. Она. О, сейчас. Настроил. Вот сейчас, если вы немного подвинетесь туда. Да, чуть повыше подвиньте. Серега, а ты подушку вон тут чуть-чуть забери. Все. Вот, ну, по сути, видите, мы положили человека в тот же момент скручивания. Грудную клетку в одну сторону, а тазовую область в другую сторону. Увеличиваем этот момент вращения за счет того, что за руку поднимаем, а в эту сторону упираемся ногами прямо в тазовые кости. И, соответственно, по скручиванию чуть по диагонали идет в эту сторону. Вот такой вот прием. Он мощнее за счет того, что просто сила ног у вас мощнее и тут идет упор в пол. Нормально тебе? Да. Ну вот, дорогие друзья, а мы сейчас все это отработаем друг на друге. Если вы с нами не присутствуете, а только наблюдаете по видео, то мне вас жаль. Многие нюансы пройдут мимо вас, к сожалению. Лучше приходите к нам, Олег Гудвин вас всему научит. Да? Пока-пока.